привет! Давно не виделись, как всегда и как обычно, в общем. Ну, слушайте, сегодня 9 апреля, мы вышли погулять. У нас в планах сходить в Кремль. Вот, там начался сезон, и там открылось ну, вот эта башня, как она, водонапорная раньше была. И, в общем, одна из самых высоких башен Кремля, с которой открывается вид на весь город. И вот мы хотим погулять, зайти в Кремль, попасть на эту башню. Вот. Давай, иди показывай свой аутфит на сегодня. Всем привет! Аутфит на сегодня, девочки. Да, у меня новая сумочка. Я давно ее хотела. Из хорошего за последние 2 месяца у меня новая сумочка с любимой заветной монограммой. Вот, ух ты. Но из положительного поделиться больше особо-то и нечем, к сожалению. Но ничего страшного. Вот это вот и есть башня, там смотровая площадка. Всем привет! Я говорю, сколько стоит билет? Она говорит, входной там столько-то. Я такая, мы местные. А, ой, извините, тогда, ну, просто местным вход на территорию Кремля бесплатно. Вот, приятно. За приезжих сочли, Савуль. Вот. Ой, тут, кстати, реставрация самоуса идет. Вот. Гуляем. Надеюсь, дождь не пойдет. Так-то все хорошо. Зима затянулась, вот даже здесь пруд еще не оттаял, не скрылся. Озеро только еще, наверное, не знаю, через неделю скроется. Тоже лед еще, там вот от середины начало таять. Ну, рыбакам это не это самое, как говорится, не помеха. Они как ходили, так и будут ходить. Там проталины уже только начинаются, но все равно опасно. Вот, зима в этом году затянулась, конечно. Держись за поручень. Давай быстрее, люди же ждут. Запыхались маленько. В общем, мы поднялись. На данный момент мы находимся на высоте, по-моему, 24 метра. Вот. Ну, больше 20 метров. Точно. Смотрите. Вот в этой церкви, кстати, я в свое время пела на клиросе. Первым голосом. Вот. Сав, подожди, не крути. Сейчас мы все посмотрим.
строительные работы идут. Там гуляют. Вот. Здесь установили вот этот вот, как он называется? Телескоп. Ну нет, не телескоп. Как-то он по-другому называется, чтобы смотреть, рассматривать все. В принципе, вот там до Кубы аж видно, то есть до другого края города. Что он увеличивает? Вот та вот церковь, вот это вот, то, что я вам увеличиваю. Вот все, это там, ну, конец города, то есть. Другой конец города. Пока не началось лето, пока не начался сезон, пока нет листвы, все можно хорошо рассмотреть. Вот. Центр. Ну красиво, прикольно же, правда? Здорово. Это восстанавливают Рождественский монастырь. Вот. Нравится? Что, тебе страшно, что ли? Да, да перестань, что. Очень высоко. Ну, высоко, ну и что? Ну, ничего страшного, вниз полетишь ты, не вверх, правда? Да. Тебе понравилось? Да, очень красиво. Вот если я полетел. Я, наверное, прикуплю чайку вкусного. Тем более классный заварочный чайник есть. Надо сейчас что-нибудь будет взять. 150 рублей, недорого, пачки. Ну, такие большенькие. Классно. Помнишь этот фильм? Да, я помню этот фильм. Так его здесь снимали. Атмосферненько так. Вышли из кафе, смотрите, как распогодилось. Солнышко, такая красота, вообще классно. Я себе купила чай, короче, вот такой, лесной сбор. Сейчас погуляем еще, вот, и пойдем домой смотреть великолепный век. Заварим, попробуем.
Наверное, на этом сегодня все. Всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока.